Вот это погодка у нас. Кошка лазит по огороду. А я тут купалась, я слежу за ней. Ходит, что-то ищет, ищет там. Может, какая-то ящерица. Это во мне. Кошка-охотник. У вас же есть раздолье, да? Прохладный такой воздух, приятный. Так. Смотрите, сегодня я умылась своим муссом. Пенка. Нежненькая такая, приятная такая, знаете. Такое лицо сразу стало. А, гладенькое. Пошли пить кофе. Смотрите. Сегодня Мадонна де ла Гвардия. Вся на виду. Наши замки тоже там. Покажем вам. Вот так они выглядят, видите. Стоят себе на вершинах и никуда не двигаются. Кофе, скорее всего, что не утренний, а скоро уже будет обедний. Потому что я ж обедаю где-то в 10:30 утра, чтобы поезжать на работу. Так, ну пусть будет утренний. Приводила себя в порядок пока. Пока все сделала, переделала. Вроде в 7 утра встала, а до сих пор это кофе не попила. Итак, ребята. Вчера Слава варил холодец. Не знаю. Купили мы вчера шкуру. Свиную шкуру. Там был такой небольшой у них рулончик. В общем, она затянула на 2,50, я уже не помню. То ли по евро 80 она за килограмм была, то ли дороже. Ну, в общем, взяли мы эту шкуру, Слава кажет, я ей еле порезал. Я говорю, так не надо было ей резать. И купили такую, знаете, как домашнюю курочку с Lidl, 3,49 килограмм. Вот, ничего не показывали, потому что мы вчера все в разъездах. В общем, как-то так получилось. Некогда было, ну, мы же снимали кладбище, потом уже дома ничего не снимали. Вот. Так что, где-то завтра, завтра у меня выходной, сегодня рабочий день. Если спросите, хочу ли я на работу, хотите честный ответ? Следующая неделя, ну, в общем, до конца месяца у меня такие по 4 рабочих дня. В общем, там 3 плавно переходящих в 4, потому что там один день под вопросом, ну, это тоже не важно. Вот. Вчера мы поехали к нашему врачу. Это что я хотела рассказать. Не очень приятную историю, которая может произойти в Италии. Мы поехали банально продлить больничный, потому что когда нас вызовут на операцию, это неизвестно. Все анализы сдали, все сделали. Ну, в общем, ждем. Попросила их в больнице, говорю, сделайте ему подарок на день рождения, блин, заберите цього Эдика, потому что он уже жизни не дает, я уже говорю, от таблеток, в общем, вчера нам медсестра выписала для, опять для желудка, чтобы там, ну, защита была. Бо він оці таблетки лупає, як не в себе, ну, нравится, наверное, колеса глотать. Вот, и приезжаем мы туда на прием, захожу к медсестре за рецептом. А она сидит, и у нее на руке гипс. А надо сказать, что наша медсестра в свое время перенесла 2 онкооперации, сама врач, и у нее, ну, наверное, в связи с этим стала какая-то такая, знаете, замедленная речь. Мы когда с ней по телефону разговаривали, первые времена, как только Славе нашли доктора, потому что это тоже не так просто, как бы хорошие семейные доктора, всегда там места заняты, то место жительства не подходит, то район не подходит. Ну, в общем, чтобы найти хорошего доктора, надо еще побегать. И мы уже думали от этого доктора, так сказать, отпыска. Не, я шучу, но чтобы позвонить и что-то заказать, и что-то сделать, это надо было просто бросать все и ехать туда. Там постоянно толпа народу, и не хочется среди этих бабушек, дедушек, которые другой раз приходят не просто так, чтобы, знаете, здоровье поправить, а просто, чтобы с врачом поговорить. У нас есть такие, особенно у моей врачихи, она молодая девушка такая.
к ней вообще на прием не пробиться, я поэтому и не хожу. Вот. Так вот, мы хотели от нее уже уходить, пока она мне не рассказала свою историю. Вот. Как-то так просто. Выписывала рецепт, что-то мы разговорились, они все время принимают меня, муж и жена. Я говорю, да нет, это сын, она, ой, такой взрослый сын. Ну, рассказывает, и я ж потом спрашиваю, ну, а вы как там, что там? Она говорит, да, вот так и так, говорю, я бывший врач, дерматолог, по-моему. И вот такое в жизни случилось, перенесла, и вы знаете, появилось какое-то такое сверхуважение к человеку, что несмотря ни на что, она не остановилась, она продолжает дальше работать. Хотя в коридоре те, которые сидят, ну, я не знаю, они знают ее историю, не знают, они как-то все время ее пытаются передернуть. Вот. Слышишь просто от итальянцев, как они к ней относятся. Вот. Ну, знаете, люди бывают разные. И теперь каждый раз, когда нам что-то надо, я просто не звоню, хотя у меня есть телефон, можно звонить, заказывать рецепты, мы просто туда едем. Время есть, мой выходной, слава на больничном, мы просто туда едем. Так вот, сидит она с переломанной рукой, и я ж первым долгом говорю, ой, а что случилось? Говорю, вы упали, наверное. Она говорит, ой, не питай, что тут случилось. Короче, на прием приходит муж, жена и ребенок Марокко. Муж на всю голову припудренный, а постоянно толпа людей, а не у всех выдерживают нервы долго сидеть в очереди. Хотя она каждому дает свой номерок, свой талончик, там, кто выписывает рецепты, того без очереди заводит, кому к врачу чисто идут к врачу, ну там оно потом как-то все это вместе перемешивается, поэтому очередь постоянно есть. Вот. И в это время к ней пришел ее сын, и этому марокинцу показалось. А перед этим они были, и, ну, в общем, жене надо сделать срочно аборт, потому что муж типа говорит, что это не его ребенок, там еще в семье какой-то шкандаль. Она говорит, тут так не делается, вам, мы ж уже знаем, как это делается, пока ты не пройдешь 150 врачей, это ж с бухты-барахты, тем более в Италии. Я даже не знаю. Я даже не знаю, как это... Ну, в общем, это все не важно. Важно то, что он был злой, как собака. И ему показалось, что кто-то впереди него, впереди паровоза прется. И в это время пришел сын к своей маме, зашел в кабинет. И он подумал, что это кто-то без очереди. Короче, он врывается в этот кабинет и кулаком ее смаху просто, без всякого ожидания, бьет ее, она говорит, я сразу КПО, ну, то есть я в полусознательном состоянии, потому что дал хорошо, у нее даже там какая-то то ли сотрясение, то ли травма от этого удара произошла. И в то же время влупасил сыну. В общем, пока суть до дела, разборки, а в это время доктор был у себя в кабинете, я не знаю, как он этого не слышал. В итоге доктор его вышвырнул с этого кабинета, а доктор у нас такие, знаете, худенький, маленький, но мужичок такой, ну, в общем, неважно. Этот марокинец, по итогу, он еще вызвал полицию, что типа его тут склоняют, потому что он как бы заявил полиции, что она якобы ударила ихнего ребенка. Этого ребенка повезли. Повезли, три врача его обсмотрели. Она говорит, я вообще, во-первых, он меня вырубил с первого раза, я, говорит, вообще ничего не помню, что там происходило. Она даже не помнит, каким образом он ей сломал руку в трех местах. Представляете, что это должно было там происходить, чтобы рука была поломана в трех местах. Правая. Вот. Ну, в общем, обследовали этого ребенка. Естественно, следов побоев никаких нет, ничего нет. И этот марокинец, я говорю, куда он делся? Его задержали или как? Она говорит, он сбежал. Он, говорит, сбежал. Так еще, говорит, в коридоре кто-то, почему делали обследование ребенку? Потому что кто-то из клиентов сказал, да, она там на ребенка типа кричала, она там, боже упаси, я от этого человека не то что кричала, я даже громкого слова от нее никогда в жизни не услышала. Я говорю, боже, если бы в этот момент мы были там со Славой, он бы, наверное, его вбил, и он уже сидит вот это за решеткой, за нанесение
В общем, в Италии это, ребята, в Италии даже если ты сам себя защищаешь, то это еще не значит, что вы правы. Короче, как в Библии, да? Ударил и по одной щеке, подставляй другую. Нет, этого делать тоже нельзя. Но законы, я вам говорю, и вот это она с поломанной рукой, с вот этим вот сотрясением мозга. А мы приходим, я смотрю, номерки розданы, ну я ж туда, в кабинет, чтобы взять нам номерок, а у нее кабинет закрыт. То есть она сейчас закрывается на защелку. Она сидит и боится вот таких вот своих пациентов, так сказать. Это ужас, это ужас, это нонсенс, это у меня... Я вчера целый день с этой мыслью, как такое может произойти в Италии? А вот, оказывается, может. Она говорит, и есть же такие пациенты, которые, говорит, нормальные. Ну, среди марокинцев у них очень много иностранцев, и черненькие, там, и Марокко, и Алжир, и Пакистан, и кого только у них нету. Ну, то есть доктора у нас перенасыщены людьми, клиентами своими, пациентами. И плюс к тому, что наш врач, ну, Славин врач, он постоянно, допустим, у него прием на 9:30, ты приезжаешь туда в 8:30, он уже принимает. Он уже принимает, потому что у него куча народа. Вот это такая беда случилась. Теперь уже расскажу вам, прошла наша ассамблея, наверное, так я вам еще не озвучивала. Вот, на ассамблею собрались практически все. Не было только со второго этажа, но она... дала, делега у нас называется, то есть свое подтверждение, что соседка будет распоряжаться тем, что будет сказано на ассамблее. Потому что вы же помните, Луиджина насчитали, ух, какой счет. Короче, у нас на собрании тоже чуть не произошла драка. И знаете кто? Моя соседка Анна и Пина, которая с первого этажа, ой, Пина, Франка, господи. Их столько имен, это Пина у меня наверху живет. Франка с первого этажа, которая та-та-та-та-та-та. В общем, но это тоже все не важно. Важно то, что заключение. Наш котел, нам запустят котел, потому что там осталось какое-то там газолью в этом котле осталось. Он говорит, чтобы его не освобождать, почему мы сделали вам как бы больше, побольше ставку на следующий год, потому что манутенционы, то есть... обслуживание котла все равно будет производиться, все равно он будет запускаться, а это все стоит денег. То есть, чтобы выкачать оттуда всю газольку. И тоже нельзя просто так взять и отключить котел тем людям, которые не провели к себе отопление. Это я, это Луиджина, это моя соседка, это те негритосики, которые поселились к нам, у них еще ничего не сделало. Отопление сделала одна Франка, которая будет отапливать сейчас всю улицу. Нам, короче, этот котел запускают. Не факт, что он будет работать, может его и остановят. Но я думаю, что если кому-то понадобится включить там какую-то батарею, что-то, то пока есть топливо, то отопление как бы будет, не будет. В общем, не знаю. По состоянию у нас с 1 ноября, по-моему, включаются отопление. Я потом вам расскажу или покажу. И в итоге, что случилось с Луиджино? Он говорит, так как я и думала, говорю, так как ты себе тепла нашуровал в этом году, то на следующий год вот эта вот предоплата, значит, мы тебе насчитываем больше, чтобы ты не залезал в долги. Но, говорит, я что понимаю, что это неправильно, все мы понимаем, поэтому две последние раты, а это 800 евро на минуточку, ты просто не оплачиваешь. Просто Луиджино на месте оплатил задолженность за прошлый год 400 евро. Потом этих 800 он не будет проплачивать. И ну, получается у него где-то 1500-1600. Вот. По сравнению с моими, что у меня 600, у него 1600. Вот так вот он перегрелся, так сказать. Холодно ему было. Ну, он болел, тут понятно. И если он даже в этом году сэкономит, ну, то есть, а это 100% он сэкономит, то уже еще через год у него вообще не будет никакой платы. Он уйдет в минусы, потому что конгуалью, то есть перерасчет делается, ну, вот, у нас в этот период, и уже на следующий год у меня соседка сверху, вот эта Пина, она, по-моему, здесь не жила, и у нее получился в минусах
поэтому платить совершенно ни за что не будет. Ну, у нас в нашу администрацию входит свет на лестнице, там мытья лестницы, там канцелярия, то, что использует администратор, зарплата администратору, все какие-то там такие работы, где-то что-то случилось, где-то там дверь поломалась, где-то окно, где-то что-то треснуло, где-то какая-то труба прорвалась. Ну, это все входит потом в администрацию, которая занимается, либо есть какие-то работы неплановые. Ну, в общем, они подрались, чуть ли не подрались за гаражные ворота. Гаражные ворота все. Их надо ремонтировать, потому что они какие-то перекошенные, надо ставить моторчик. А кто пользуется гаражными воротами, пользуешься в коты? Нет, неправда. Все. Короче, никто гаражными воротами вообще не пользуется. Мы его, этот гараж, не открываем. Мы там проводим собрания, мы там ничего не делаем. Ну, если все должно быть в норме, там должен стоять моторчик, то нам администратор сказал, в принципе, на всех жильцов это по 100 евро с квартиры, поэтому вы можете скинуться. Да, мы будем скидываться на то, что нам не надо. Ну, короче, вот это они так переругались. В общем, администратор их вовремя остановил. И вот это так прошло наше собрание. Так что, ребятки, вот такие бывают в Италии случаи, я говорю. Случай с нашей вот этой медсестрой, это нонсенс, этого вообще не должно происходить, даже на слуху не должно ни у кого быть. Мне просто по-человечески жалко этого человека. А еще она в конце сказала, знаешь, говорит, у меня есть одна подружка, или была подружка, говорит, украинка. И она говорит постоянно, а я еще думаю, чи це не моя Любаня, яка там оце живе, мене надо будет спросить их. Вот. Она, говорит, постоянно готовит домашние ликеры. И я, говорит, когда прихожу к ней в гости, вроде, говорит, этот ликерчик там, че вишневый, наливочки. Ну, она говорит, ликеры, но я так поняла, что это наливка. И она, говорит, вроде пьешь, как компотик, а потом, говорит, как, да, с пошаром? Я говорю, знаю я эти наливочки. У меня Любаня Макарова их готовила в Херсоне. Я помню, как я к ней приезжала, я помню, как мы эти наливочки пили, да, Любанечка? Так что, лучше, потому что вроде сладенько, вроде вкусненько, а потом как даст по шарабану, и ты такая, ух, и улетел в облака. Так что, ребята, всем хорошего дня, собираюсь на работу, жду холодец, но холодец мне будет завтра. Вот такие вот дела.